В общем, дорогие друзья, мы уехали в Кострому. До вышки в Галиче осталось около 200, наверное, километров. С километр поворот направо. А. Нам, честно, на Галич водить-то. Ну, на его водить. Вот она стояла. Не пойдем никуда? Да куда идти? Здравствуйте. Здравствуйте. Что, светом не пользуюсь, брюхом? Да, только отъехал, забыл он включить. Только отъехал, он не включил, габарит включил. Это Волга, да? Волга? Это Волга? Что? Волга? Не понял. Волга? А? Можешь купаться. Сегодня забывайте включать. Спасибо большое. В общем, добрый дядь милиционер, ты попался. О, река Волга. Где она широкая тут уже, да? Конечно, прям. С этой с табличкой в щелке. Ну, это мой умочка. Здрасте. А вы местные? Местные. А про церковь расскажете что-нибудь? Ягоды вы знаете? А почем ягода? 300 рублей литр. О, литр? Ну, мы можем это... По 250. Рублей. Мы можем рублей за 50 у вас взять. 50 клубнички. Вот за 150 клубнички. Ну, расскажите. Чем вам трудно? А хоть какого года или... Ой, а очень древние. Да. Очень... 58-й, куда? Где он сказал? Тамбов. А ведь стоит. Здесь это Тамбов. Фотография. Да, я. Вот она снимает уже. Снимает, да? А вы молоденькие. Да. Так, вот это, да? Да. Все, берем. Берите. Все, спасибо. Нас снимали? До свидания. Фотка. Слышь, а там и лестница есть. Фон. Как сюда туда засунуть? 25 километров, короче, вообще дороги. Иди! Вот и жопа началась. Была такая хорошая ночь, пока еще более-менее. Короче, уже подъезжаем к городу Галич. Вот закат какой, да? Сейчас. Через километр. Поворот да. Направо. Видишь? Да. Вышка. Где? Впереди прям. Не вижу. Или нет? Или это у меня уже? Люки. Нет. Вот оно, Галичское водохранилище. Обознался, извините. Галичское водохранилище. Вот тебе сейчас с вышки закат какой охеренный, да? Теперь прямо кто-нибудь там сидит. А? Кто-нибудь теперь сидит там уже. Ну, ох, нифига, вот этот вид. А, вон стояла Галич. Глянь. Море прям, блин. Блин, ништяк, да глянь, видочек какой. Че это Европа не снял, да? Да. На город пока не очень похоже. На поселок городского типа пока похоже. Да. Так, тут что-то вообще непонятно, дорога, куда чего. Куда нам ехать, непонятно. Узнаю места. Узнаю места, говорю. По видюхам? По видюхе. Каждый день парковаться, да? Таксистом. Технологии безопасности, хереть. Завтра, короче, фоткать. Короче, не успеет Галич отъехать по тормозам, смотреть, какой туман. Да вон она. Ну на камере не видно по-любому. Блин, ты посмотри, какой красивый туманчик.
А прикинь, как утром, слышь, на рассвете. Поворот на Антропова. Все писали, что дорога не ахти. Поворот направо. Пока еще это нормально, пацаны, по каким мы ездим. Где мы ехали? Где мы ехали? Вот это вот под Шацком. Вот это да. О, поворот, да? Вроде как. Да, 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 да. Точно, точно. Что прям такая, это, на видюхе наказал, что он далеко. Вот точно, она дорога. И все, тоже ей нужно больше. Раз. Слышь, я полезу сейчас. Сейчас? Не знаю. Блин, чуть низко. Гля. Зайцы, кролики. Зайцы. Какие кролики, тут кролики. И, блядь, и утка, и кролик, смотрите. И тут все так заросло. Жестко. Ничего, такая мечта. Не, я прям сейчас пролету два залезу. Попробовать? Да. Короче, на месте эти. Лесенки, я вижу. Да. Тут такой срач. Блин, ну кажется, как будто маленькая. Зловещая ероза. Тут, о, ребятки, Тамбов. 14 июня 2015. Это уже помчал. Ой, блин, холодная, короче. Серьезно, ты не серьезно, что ли? Чё, Карин? А? Чё ты? Чё? Чё, стрёмная, что ли, лестница? В общем, короче, ребят, мы сегодня не полезем наверх, полезем с утра. Вот. Сейчас просто хотим опробовать. Вот этот залаз. Там что-то все пишут, что-то все паникуют, блин. О, залаз ненадежный. В общем, мы так проснулись, время по 8 утра. Холод собачий. Вот солнце печет, а холодно в куртках, прохладно. В общем, спали мы вот около дороги на какую-то деревню, уж не помню, как называется. Вот такие дела. Сейчас позавтракаем и начнем штурмовать ее. Че, черенький будет? В общем, вот мы стоим около той самой вышки, которую хотели уже года два как залить.